Я взгляну в твои очи, чтобы сквозь обреченность на тебе ставить прочь. И рассвет, где вас нет, как итог для расплаты. Ты напал в тот момент, пока был занят хинатой. Ваша жизнь, моветон, все поставлю на кон, лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Йо-йо-йо, всем здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами Влад Тикпорт, вот он мой никнейм, друзья мои. И сегодня у нас кто? Ну, вы меня спросите. Невероятный человеч. Я ставлю лайк за старание в любом случае этому человеку. Вайтария сегодня у нас, и у меня эта реакция задонат. И кто задонатил? Да, вот я сейчас вам даже сообщение прочитаю, друзья мои. Даже сообщение прочитаю. Стоун, дружище, огромное тебе спасибо за поддержку, за донатик. Просто респектище. Значит, ты мне пишешь: Вайтария, князь тьмы. Шикарный трек, кстати, один из самых первых. И ты сможешь сравнить его рост. Но сравним рост. Легендарная фраза по ходу из этого трека: лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Надеюсь на скорый выход. Ты топ. Ну, дружище, ну огромное тебе спасибо за поддержку, за донат. Если хотите еще что-то заказать, конечно же, найдете ссылочку в комментариях. Вы все умеете, а кто первый раз, тоже можете поддержать. Будет очень-очень приятно, друзья мои. Давайте переходим по ссылочке. Не по ссылочке, а ссылочки нет. Ну ладно, копируем, вставляем. Так, точнее, я же уже там, что я просто... Ебать, я дурачок вообще. Ну, это их пор, друзья мои. Вот, у меня уже вкладка открыта, я тут пытаюсь найти. Это сумасшедший. 2 минуты 19 секунд трек идет. О, нифига себе, ну, любой. Бенимар у меня встречает. Это этот человек, который был уже про... у него трек, но, походу, этот трек раньше вышел. Нам сказали, что это одна из первых работ Вайтарии. Ну, давайте насладимся. Что это за новая работа? Просмотров 39304, я 39305 буду, друзья мои. Лайк поставил мой 613, между прочим. Что я жду? Я сейчас буду сравнивать, да? Какая харизма у него сейчас и какая харизма у него была вот 13 января, да? То есть уже сколько? 6, 5... 7. Короче, уже достаточно времени прошло, чтобы понять, насколько он спрогрессил. Будет интересно. Бенимар встречает, потому что это песня о моем перерождении слизь, но это песня о князе тьме каком-то, да, князь тьмы. Это может быть босс вот этого человечка, да. Вот называется князь тьмы о моем перерождении слизь. Рэп про, по аниме-тематикам. Ну, по аниме. Я постригся, как вам моя прическа, стабильная. Мне нравится. Давайте слушать, давайте наслаждаться. Всем приятного просмотра. Лайкосик, подписка, само собой. Оформляем. Переходим, кайфуем, наслаждаемся реакциями. Вайтария, если ты здесь, я знаю, что ты посматриваешь. Огромное тебе спасибо за то, что делаешь сногсшибательные работы. Ну что, Бенимару, ты здесь тоже будешь мелькать? Мы тоже будем видеть, как ты будешь руководить своими бойцами, которые, черт возьми, Бенимару, невероятный перс. Как раскрыл, черт возьми, Вайтария. Молодец, я говорю, это шикарный. 19 секунд чистого контента. Поехали смотреть, посмотрим, насколько шикарный трек получился. Let's go, друзья мои. Так, все начинается у нас, значит, 10 секунд контента идет о том, как Бенимару, да, на какой-то драке размалывает всех в одну калитку, да, и это оппозиция, он какие-то кристаллы разрушил, да. Начинается все с этого, походу, Бенимару здесь играет не самую последнюю роль. Хорошо. Ля, вот это что ли князь тьмы? Ля, крок какой-то, что, единорог, что ли? Хе-хе-хе, нифига такая дура торчит, ля, ха-ха-я, уф. Хорош, легкие рога, мечи сзади, да? Тут эти штучки, как-то железные, как называются-то, а? Бронированный малый, хорош. Если это князь тьмы, то он, конечно, мощный тип, да? Нет, там просто голову вот этому челу, по-моему, отрубили, и это было очень больно. Хорошо. Он сделал первый ход, и он же стал роковым. Да воздастся вам за все этим небом ночным. И пусть каждая слеза, что была пролита, озарится светом мести и пройдет сквозь века. Короче, у нас будут мстить за кого-то, да? Просто за каждый пот, за каждую пролитую слезу, за каждую кровинку будет отомщение, да? И походу князь тьмы будет этим заниматься. Хорошо. Да, здесь присутствует такая, знаешь, в голосе еще, знаешь, такая чуть дрожение, я бы сказал, да?
чуть-чуть, знаешь, неопытность чувствуется. Сейчас у Вайтари, конечно, на уровень повыше, но есть куда расти все равно, да? Но это только начало, и грех будет его освистывать по этому поводу. Так что молодец, я все равно, мне это нравится. Хорошо, мне нравится эта энергия, молодец, молодец, тебе говорю, ты умница. Даже вот 6 или сколько месяцев прошло, ты все равно это, вот тогда был даже прекраснейшим. Сейчас еще лучше, еще потом будешь лучше, а потом еще лучше будешь, да, потом вообще просто бомбезный будешь. Но это все хорошо. Мне нравится твоя энергия даже тогда. Молодец. Ты шагнул куда не надо, грязный глупый король. Ты шагнул и в один миг был потерян контроль. Ошибка короля какого-то, да, была допущена. Князь тьмы, походу, об этом нам говорит. Да? Ну, Вайтария говорит с лица князя тьмы. То есть, был какой-то король, который сильно много себе позволял, да, вещей, которые не должен был себе позволять. И теперь ему за это предъявляют, да, и говорят, ну, ты, парень, попутал что-то, ты сильно много себе позволяешь, мы тебя за это накажем. Ты реально сильно много себе позволяешь, ты не должен находиться на этой должности, где находишься сейчас. Походу, такие мысли идут, окей? Пошел войной ко мне, пошатнув своды норм, но вы все здесь поголовно, для меня теперь корм. Ну все, все, вам говорят, люди, ты кукухой поехал вот так вот, да? Ты пришел на мою территорию, все, я щадить никого не собираюсь. Ты пришел ко мне, блядь, домой, я тебя тут не ждал. Я не буду тебе давать комнату, я не буду тебе давать сантиметра своей площади, да? И все, кто будут находиться на этой территории, мне абсолютно не имеет значения, кто там будет. Я буду кромшать, уничтожать, просто, так сказать, избавляться от мусора в своем доме и не буду никого щадить. Правильный подход, хорошо. Пусть блистал пьедестал, в мир, где я первым стал. Ваша смерть — это билет, чтоб каждый павший восстал. Впрочем, среди всех прочих я взгляну в твои очи, чтобы сквозь обреченность на тебе ставить прочее. Хорош, хорош, за своих, за всех, да, буду, так сказать, устранять вас, чтобы тех, кого вы устранили, так сказать, хотя бы мысленно восстановились в ответ, да, не знаю, может быть, в этом аниме, конечно, могут перерождения быть, да, всякие разные, но все же, мне кажется, в этом тексте говорится о том, что все-таки он хочет отомстить за своих ребят, за тех, кто пал, да, как раз вот эти ошибки, которые допустил тот, вот, который приперся на их территорию, да, и, так сказать, убил в прямом смысле их людей, да, он будет мстить за каждого, да, и будет пролито очень много крови, я так понимаю, будет очень много пролито крови, хорошо. И рассвет, где вас нет, как итог для расплаты, ты напал в тот момент, пока был занят Хинатой. Ваша жизнь, моветон, все поставлю на кон, лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Опять тут на кон жизни, смотрите, жизнь свою ставят. Вот мы недавно смотрели, вот, у Оверлорда, да, вот эта тянка с красными глазищами, она тоже на кон свою жизнь ставила, и тоже в треке в Айтаре. И здесь же этот персонаж тоже, черт возьми, ставит на кон свою жизнь, потому что он очень уверен в себе. Настолько уверен, что он может себе это позволить, чтобы такое говорить. Хорошо. Как же так, почему, как осмелился сброд? Ты лишь пешка, возможно, а клейман кукловод. Я хотел просто жить и не трогать людей, но начнешь процветать, и ты сразу злодей. Короче, идет речь о том, что, наверное, наш чувак начал расти, ментальной точки зрения, начал территорию свою осваивать, да, ну, по полной программе, с людьми знакомиться, всякими разными, там, архитектура, здания, внутреннее состояние души, ну, все у него становилось на порядок выше, кому-то это не понравилось, и он, вот, значит, его посчитал, вот, как нам сказал Вайтария, но начнешь процветать, и ты сразу злодей, то есть они его посчитали злодеем, да, кто напали, походу, я не знаю, да, какие-то умалишенные людишки, да, которые, конечно же, за это поплатятся, да, за это зло, и он нифига не злодей, просто он развивается, он не стоит на месте, он становится лучше, и это не повод считать его злодеем, да, сразу, хорошо, может быть, я сильно не прав, да, я все-таки много вы писали про это аниме, но я, как всегда, да, это же Икпорт, блядь, и одно слово Икпорт, вот Икпорт, вот Икпорт, и это все сказано этим. Вот мои мысли так, вот говорю, что чувствую, да, как думаю. Конечно, Вайтария, может быть, совершенно другие вещи вкладывает в текст, само собой. Может быть такое, вполне возможно. Допускаю. Злодей, а теперь не робей, ты пред ликом расправы, я уже рядом с вами крылья мести расправил. Вот это вот у нас князь тьмы, да? Я так понял, вот это, смотри, ля, какой ангел. О, май гад, был. Все, блядь, да выебывались, парни, да выебывались.
Вот, вас казалось бы много. Я в солянку разберусь. Я в солянку разберусь с каждым из вас. Вам не поможет то, что вас много. Это абсолютно не имеет никакого значения, потому что вы пришли, блять, на территорию его. Вы посчитали его злодеем, коим он не является, походу, да? Вы будете за это, так сказать, втоптаны в грязь, друзья мои. Не сметь, не сметь ей лезть. Князю тьмы, блять. Это была ошибка, роковая ошибка. Кто у вас главарь? Сюда его подавайте. Будем разговаривать, говорит князь тьмы. Окей. Коли ты посчитался. Вот это что ли, слышь? Интересно. В этот раз правым, то теперь этот бой будет точно без правил. Такой мирный пи... Обалдеть, что за черная дыра все сметает. Ну все, без правил пошел, разгон. Сейчас будет уничтожение абсолютно всего, что и мы видим прямо на экране. Потому что бой пошел без правил. Потому что сильно много допустили, да? Сильно много. Потому что все, ошибок было сильно много допущено. Вы, блядь, вы берега попутали конкретно. Вы берега попутали конкретно. И за это, конечно же, ответочку-то ловите. Посмотрим. Пейзаж, они не понимают, что их смерть уже над головой нависает. Я судьба, что карает за ваши грехи. Этот мир неделим на хороших, плохих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мощные фразы. Этот мир неделим на хороших, плохих. Потому что вы уже грань пересекли, блять. Все, 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 друзья мои. Вы допустили ошибки, допустили. Вы сделали эти ошибки, сделали, блять. Вы пришли на их территорию, пришли, блять, все. Теперь ни плохих, ни хороших нет. Он не будет чистить никого. Он будет играть абсолютно без правил. На этом ринге, на этом побоище он будет главной убийцей. Главным потрошителем. Главным маньяком, если хотите, называйте. И я так понял, что он идет абсолютно один. Потому что Бенимару, да, показывали только в самом начале, да. И нам показывали тот момент, когда, походу, те вломились на их территорию, да. А теперь он вломится на их территорию. Абсолютно с любой точки зрения. Абсолютно с любым геймпланом на этот бой, на эту атаку. И сейчас он покажет, кто сильнее на самом деле. И что вы допустили невероятную ошибку, за которой вам придется платить невероятной ценой. А цена самая важная. Самое главное, это жизнь. Ваша жизнь, которая для него теперь не имеет никакого значения. Потому что все, все, вы пересекли эту грань. Эта грань была допущена. Этой грани не нужно было допускать. Поехали. И не ждите пощады, я забыл это слово. И пусть те, кто за вами, все обдумают снова. Стоит ли рисковать, ведь я в роли Фемиды. И теперь все готово дослучиться. Мегидо! Рухнул гнев на ваш прах. Бля, красиво, интересно, в этот момент. По-любому в этом аниме вот это вот слово очень что-то значит. И это, наверное, то слово, вот как я называю, да, когда мурашки у поклонников этого аниме после каких-то неких аспектов, неких слов в песне вызывает. Вот это слово, да, даже как будто бы из аниме самого взято. Это да, вот чисто сделано для того, чтобы подчеркнуть что-то очень важное. И чтобы вызвать вот эту вот эмоцию у анимешников, которые реально погружены вот в это сие действие. Я думаю так, я думаю так. Роли Фемиды, и теперь все готово дослучиться. Мегидо! Рухнул гнев на ваш прах, ты слова береги. Вы напали на нас, вывод, вы все враги. Как катарсис, очищу сей мир от чумы, что родится сегодня, как новый князь. Ой-ой, красота, красивые слова, реально, это очень жесткие. Все, блять, вы напали на нас, вы все враги, сука. Все, блять. Мне похую, говорит он, блять. Кто там, злой, не злой, блять. Вы напали на нас, блять. Будете платить по счетам, блять, все нахуй. В этом аниме все решено. Сейчас князь тьмы, блять, переродится в... Он же говорит, что он развивается, блять. Он не стоит на месте, из-за этого что-то там придумали, блять, враги, что он стал, блять, злодеем. За то, что стал сильно умен. Охуенная логика, блять, охуетительная логика. Пиздец, блять. Выебал, ебланы, блять, раз так подумали. Он подумал так, князь тьмы. Естественно, они напали, все, вы теперь для нас все враги. Интересные фразы, как он складывается в эти слова, да, чувствуется, чувствуется, он погружен в это аниме. О моем перерождении в связи, он знает, наверное, Воин Архата. Воин Архата тоже знает, естественно, он по-любому тоже, если погружен, но Вайтария, я говорю, Вайтария 100% погружен в это аниме очень-очень знато, потому что уже многих персонажей раскрывает, по-любому много смотрел этого аниме, всю историю знает, и посмотрите, как красиво написан текст. Это ведь только начало, я так понял, его начальных треков, да, и посмотрите,
Какие начальные треки хорошие, да? Да, может, что-то не так, где-то что-то, да, по энергии. Но, блин, это вот только начало его карьеры. Сейчас еще лучше, намного лучше делает. А что будет дальше? Дальше бесконечное множество абсолютно всего. И как у него пойдет, мы будем за ним следить. Естественно, будем поддерживать его, потому что парень реально этого заслуживает. Невероятный. Сашенька, Саша, Саша! Мы за тебя, мы с тобой. Мы хорошими словами, поддержкой будем тебя поддерживать. Старайся, развивайся, дерзай. Мы с тобой. Мы, да я знал, ваш финал мне открытием не стал. Сделай шаг мне навстречу, я начало-начал. Пусть падет грусть и гнет, смерть за вами идет. Праздник жатвы сегодня дары раздает. И пусть семя растет, я готов к обращению. Дьявол может прийти и забрать угощение. Мне не нужно медалей, регалий, корон. Лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Шион, кто такой Шион? Какой-то близкий ему человек, чтобы улыбнулся, да? Глава их, может, клана какого-то, да? Глава князя тьмы, не знаю, их вот этого, какой-то экосистемы, не знаю, может, что такое. Короче, и для него главное, чтобы Шион какой-то улыбнулся. Кто такой Шион? Интересно, теперь очень интересно стало. Наверное, какая-то самая-самая из всех самых-самых, да, чтобы улыбнулся. Блин, хороший трек. Как раскрыл нам этого князя тьмы. Посмотрите, какой путь невероятный преодолел наш князь тьмы. Значит, ситуация такая, так понял, произошла, да? А у нас князь тьмы, невероятно умный чел, развивался, умнел. Настолько развился, что стал реально это заметно абсолютно всем. Свои люди его поддерживали в этом, говорили, что чел, ты просто изумительно, ты и умственно умен стал, и в развитии стал лучше, и вообще во всем лучше. А какой-то хмырь, блядь, который напал на него, подумал, блядь, да он сильно умный, он сейчас, блядь, злодеем станет, все, блядь, ай, мы нахуй будем его с трона сгонять, давайте убьем его, кто это князь тьмы, тьфу, блядь, какой-то нищеброд, блядь. Почувствовал силу, почувствовал ум, что ты там умнее стал. И что, я для вас теперь враг для нас, да? Потому что ты сильно умный. Вот так они думали, блядь. Вот так они думали. И напали. У нас в самом начале показывали, как Бенимару сражался, блядь, своей гвардией. Не знаю, какие-то кристаллы там были. Что-то там разрушал, что-то потел, что-то старался. Походу, не хватило его стараний, да? Не хватило. И вот они ворвались к ним на территорию. Князь тьмы сказал, блядь, своим прекрасным мужским голосом, своей невероятной харизмой. Да, я умный. Но вы не подумали, что я умнее вас, деграданты хуевы, блядь. И он сказал интересную фразу. Теперь для меня все враги. Нет ни хороших, ни плохих. Все, блядь. Я буду не щадить. Я буду каждого уничтожать. Кто пришел сюда на мою территорию. И всех, кого я буду убивать, переродятся, так сказать, в своих типов. Своих людей, которые, увы, сгинули с этого мира. Вот так вот. Вот так вот. И он будет сражаться до конца. Он будет сражаться до победной стези. Он будет кушать своих оппонентов. И в самом конце, вот здесь как было, да, в фразе. Вот в этой. Чтобы лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Шион — это что-то очень значимое. Я почему-то не сомневаюсь в этом. Это 1000000%. С вашего позволения... Ля, Бенимар, красавец. С вашего позволения еще раз слушаем, кайфуем, наслаждаемся этим треком. Давайте, черт возьми, насладимся прекрасным Вайтари, Сашенька. Просто Сашок, шикарнейший. Сашка, давайте насладимся Сашенькой, Вайтарией, князь тьмы, о моем перерождении слизь. Еще раз подчеркни, может, какие-то моменты, где-то что-то, может, недопонял. Посмотрим, как он еще раз нам раскроет. Давайте в полной, так сказать, картине, да, оценим полную атмосферу, без топчиков. Потом еще чуть-чуть поговорим, да, может, какие-то подметки сделаем, может, не сделаем. В любом случае, трек шикарнейший, в мой плейлист залетает 100%, нормально. И я тут не вижу каких-то явных минусов. Да, где-то там чуть-чуть волновался и так далее. Чувствуется, да, где-то там какие-то чуть-чуть минусики. Но это все такая мелочь, на которую даже внимания обращать не будем. Let's go! Сделал первый ход, и он же стал роковым. Да воздастся вам за все этим небом ночным. И пусть каждая слеза, что была пролита, озарится светом мести и пройдет сквозь века. Ты шагнул куда не надо, грязный глупый король. Ты шагнул, и в один миг был потерян контроль. Ты пошел войной ко мне, пошатнув своды норм. Но вы все здесь поголовно, для меня теперь корм. Пусть блистал пьедестал, мир, где я первым стал. Ваша смерть — это билет, чтоб каждый павший восстал. Впрочем, среди всех прочих я взгляну в твои очи, чтобы сквозь обречь
обреченность на тебе ставить прочь. И рассвет, где вас нет, как итог для расплаты. Ты напал в тот момент, пока был занят хинатой. Ваша жизнь, моветон, все поставлю на кон, лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Как же так, почему, как осмелился сброд? Ты лишь пешка, возможно, а клейман кукловод. Я хотел просто жить и не трогать людей, но начнешь процветать, и ты сразу злодей. А теперь не робей, ты пред ликом расправы. Я уже рядом с вами, крылья мести расправил. Коли ты посчитал себя в этот раз правым, то теперь этот бой будет точно без правил. Такой мирный пейзаж, они не понимают, что их смерть уже над головой нависает. Я судьба, что карает за ваши грехи. Этот мир неделим на хороших, плохих. И не ждите пощады, я забыл это слово. И пусть те, кто за вами, все обдумают снова. Стоит ли рисковать, ведь я в роли Фемиды, и теперь все готово дослучиться. Мегидо! Рухнул гнев на ваш прах, ты слова береги. Вы напали на нас, вывод, вы все враги. Как катарсис очищу сей мир от чумы, что бродится сегодня, как новый князь мы. Да я знал, ваш финал мне открытием не стал. Сделай шаг мне навстречу, я начало начал. Пусть падет грусть и гнет, смерть за вами идет. Праздник жатвы сегодня дары раздает. И пусть семя растет, я готов к обращению. Дьявол может прийти и забрать угощение. Мне не нужно медалей, регалий, корон, лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. Шион какая-то ключевая единица в этом аниме, потому что он хочет, чтобы улыбнулся Шион. Кто такой Шион? Напишите в комментариях. Напишите вообще все, вот всю предысторию вот данного, что здесь вообще все происходит. Будет интересно почитать. Я так понял, очень много было, так сказать, уничтожено мирных, да, людишек, людей, вот от князя тьмы. И вот на самом начале как раз-то показывали, да, чуваку просто голову снес кто-то. Перешел черту, все, готов поплатиться за это, блять, готов поплатиться. Просто твари, блять, суки. Наш тип просто невероятный чел, я так понял, способности у него великолепные. И он готов абсолютно на все идти ради того, чтобы, так сказать, вернуть то, что было потеряно. Я думаю, у него это получилось, я не сомневаюсь в нем. И мы как видели, он всегда один это делал, да, и он уже врубал, так сказать, ульту невероятного посева, да, калибра. Потому что он уже реально врубился по полной, и он начал, так сказать, с каких-то таких козырей, которые не контрятся никак, абсолютно. И вот в самом конце вот была вот эта фраза, да, что вот Шион, лишь бы вновь увидеть, как улыбнется Шион. То есть, все это еще ради, мало того, что ради своих людей, само собой, да, он хочет за них отомстить. Какого хера вы пришли, блядь, на мою территорию, подумали, что я умный, и пришли, вы идиоты, блядь, сами. И вот он, самой ключевой фразой, Шион, вот Шион это кто? Для меня очень интересно теперь, кто такой Шион. Шион, может быть, это вот это, а, я не знаю. Но он хочет, чтобы она улыбнулась где-то там, да, и это ключевое значение. Что касаемо трека, харизмы, все понравилось, все замечательно, раскрыл потрясающе грамотно, я думаю, поклонники этого аниме, естественно, само собой, блять, все поняли, естественно, они все поняли, вызвали эмоции, само собой, от этого трека, потому что здесь много отсылок всяких разных, какие-то вклинчевания вот этих абсолютно важных вещей, которые должны быть здесь, и он это сделал все грамотно. Потрясный трек. Абсолютно все в нем есть. Хотите такой эмоции есть, хотите такой эмоции есть. Все абсолютно присутствует. Монтаж, визуалка, вообще придраться не к чему. Отлично, отлично. Все подмечено замечательно. Вся сила показана этого чувака. Он вообще просто анреальный. А так, с вами был я, Влад Икпорт. Пишите, попал, где-то не попал, да, друзья мои. Будет интересно почитать. Икпорт, обращаемся. Огромное спасибо за поддержку. Донатик просто... Кто хочет поддержать, ссылку найдете в описании, друзья мои. Кто хочет что-то заказать, тоже там же все найдете. Мне все понравилось, то, что я увидел. Просто вот просто невероятно. Вайтария, Сашенька, огромное тебе спасибо, что делаешь эти невероятные работы. Давай дальше, дерзай, мы с тобой, мы тебя поддержим всегда. Старайся, развивайся. Не знаю, все будет замечательно. У тебя потрясающие эмоции, потрясающая энергия. Все лучшее впереди. А впереди бесконечный путь. Знает. Всем удачи, ребят, всем пока, и порт сокращаемся. Щух! Покедал, друзья мои. Желаю всем найти такого же друга, который, черт возьми, готов поставить жизнь ради вас. И вы тоже ради него. Всем покедал. Скоро встретимся.